Чемпионата страны среди команд 2-го дивизиона зоны «Запад» Владимирская «Торпеда» принимала на своем поле футбольный клуб «Динамо» из Петербурга. Весь первый тайм прошел под диктовку «Торпеда». Владимирские футболисты атаковали часто и качественно. В основном игру строили через нового нападающего Павла Втюрина, заменившего на этой позиции на время болезни Дмитрия Везьмикина. Однако в заключительном компоненте атаки Втюрин играл не так убедительно, как капитан черно-белых. А вот у гостей в первом тайме был только один голевой момент, который они не постеснялись использовать и забили свой гол положение на грани офсайда. Впрочем, торпедовцы не стушевались и достаточно быстро сравняли счет. Угловой в исполнении Балоева и Втюрин реабилитируются за все нереализованные в первом тайме моменты 1-1. Во втором тайме после серии замен торпеда только усиливает натиск на ворота гостей. Атаки становятся разнообразней. В одном из эпизодов номинальный нападающий Валерий Малышев не достает до мяча. Его не очень удачно выбивает питерский голкипер, но вовремя подоспевший Андрей Смирнов хладнокровно разбирается в ситуации и выводит торпеду вперед 2-1. У наших футболистов было еще несколько шансов поразить ворота «Динамо». Под занавес матча Алан Балоев пробил мимо ворот с убойной позиции. А вот петербургские футболисты, отсидевшись в защите, на последней минуте матча в английском стиле уверенно реализовали розыгрыш штрафного. Итог встречи – ничья 2-2.